Осторожно, тонкий лед. Несмотря на то, что температурные показатели понизились, сотрудники МЧС не советуют посещать территорию акватории в ближайшие дни. Видимая прочность льда может быть обманчивой, а для безопасного нахождения на водоеме зимой погода должна быть устойчивой на протяжении минимум нескольких дней. Лед стал серый, вода выступила на лед, он стал пористый, некрепкий, то есть выход на лед уже запрещен до ближайших морозов. К слову, состояние льда можно оценить самостоятельно. Если визуально поверхность имеет серый оттенок, значит его структура стала пористой и небезопасной для выхода. Сотрудники районной организации «Освод» совместно с Солигорским ГРЧС постоянно проводят профилактические рейды по прибрежной зоне во избежание чрезвычайных ситуаций. Основной упор – информационная работа с частыми посетителями акватории – рыбаками. МЧС напоминает, в погоне за удачным уловом необходимо всегда помнить о правилах безопасности, а к желанию порыбачить на льду относиться ответственно. Если вы стали свидетелем происшествия на льду, в случае того, человек тонет, необходимо, конечно, сразу сообщить об этом происшествии спасателям по телефону 101 либо 112, осмотреться вокруг, найти предмет, либо веревку и подать человеку, который находится в этой ситуации. Ближе 1,5 метра не подходить. Оказывать помощь этому человеку при помощи подручных средств.